он подбирается, человек, но он как бы неверующий, и даже, может, не крещенный, но подбирается. А кто не деньги просто, кто хоть хлеба даст, хоть что, это можно подавать, да? А зачем? Сегодня социальная помощь, пенсии дают всем. Зачем им подавать? И на то, чтобы подавать, должна быть у них специальная грамота от епископа, мирная грамота, что ему не на что жить. Тогда пенсии-то никаких не было, а сегодня это пенсюшки собираются. Он в день собирает больше, чем твоя пенсия. А ты неразумно дала, он пьет, а это тебе уже пополам будет с ним. Его грех к тебе присадится. Он, как показано было, подал какую-то монету, и в ту же минуту она оказалась в пригоршню сатаны в аду. Ну, хлеба тоже нельзя подавать. Хлеб, он берет хлеб. Вот он, у тебя есть книга «К истинному православию»? Есть. Ну, о посте там, прочитай тему, о посте. Там все сказано. Что говорит об этом? Нет, ну, хлеб подавать можно, хлеб какой берет, хлеб берет. Этот нищий берет хлеб. Я тогда не пойму. Да, хлеб берет. Ну, хлеб-то берет голодный, если дал хлеб. Я работал в церкви дворников, они там одежду дают, они всю туалет бросают, и хлеб, и все там лежит. А мне приходилось оттуда все вытаскивать. Он около магазина стоит, он в церковь не ходит. Зачем ему стоять там? Ну не ходит, тебе-то какое до него дело? Пройди мимо, отвернись, и все. Нуждающихся нет сегодня. Они на выпивку просят. Ты же не маленькая, еще ты... Так, отхожу.